Сергей Цуканов был самым настоящим геронтофилом. Ему с детства нравились женщины намного старше его. В 15 лет он напал на завуча в школе и пытался изнасиловать, но она узнала его, и ему пришлось сбежать. После этого случая начал нападать прямо на улице вечером. Насиловал, убивал, убегал. После трех убийств был найден по необычному самодельному ножу, который использовал во время нападений. Так как был несовершеннолетним, получил максимум 10 лет. Вышел по УДО через 7. Вернулся в родную Тулу и начал новую серию нападений. Промышлял в основном на кладбище. 5 пожилых женщин погибли от его руки, прежде чем он был задержан. На допросах заявил о раздвоении личности и потере самоконтроля. Судебной экспертизой признан невменяемым, поставлен диагноз шизофрения в особо опасной форме. Был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику с интенсивным наблюдением в городе Орел. После 2007 года местонахождение Сергея Цуканова неизвестно.